Я решила сегодня поснимать видео немножко в другом формате. Сегодня будет не одно видео, а целых три. Так что ждите. Одно вот вы сейчас смотрите, второе выйдет днем и третье вечером. Потому что обычно я снимаю за день хобби-влог, и вы видите как бы весь день. А я решила сейчас снять немножко по-другому. Сейчас утро, я как бы встала, позавтракала. У нас, кстати, снег. Сначала шел дождь всю ночь и вечер, а сейчас резко дождь закончился и начался снег. Я, к своему удивлению, обнаружила, что вот такая раскраска по номерам «Животные в космосе» у меня, я ее не начала. Я покупала две для того, чтобы из двух сделать одну. И, кстати, тоже так и не сделала, поэтому вчера вечером, когда я думала, что же буду раскрашивать утром, я сняла скрепки и собрала все в одно. Теперь осталось только сшить. Раскраску я, кстати, покупала аж 19 апреля в Читай-городе за 40 рублей. Ну, начну тогда ее сначала. Странно, я уже давно начинаю раскраски сразу как купила. Ну, видимо, по каким-то причинам я этого не сделала. Ну, ладно. В общем, сейчас я возьму салфетку, подложу, чтобы ничего не попачкать. Конечно, страшного, в общем-то, ничего не будет, потому что вот эта страница, она будет потом склеена. Но все-таки, мало ли, вдруг еще больше протечет, не хотелось бы, поэтому вот так вот положу. Так, что у нас здесь? У нас первое это черный. Сразу возьму отсюда маркер и начну раскрашивать. Почему такой формат? Ну, просто захотелось разделить на три части. Просто что-то такое новенькое для себя. Вы знаете, я люблю что-нибудь менять. Вот и в этот раз решила так. Понятно, что это не на ежедневной основе будет, но тем не менее периодически я буду так снимать. Так-то все будет по-прежнему, там 8 вечера плюс-минус будут выходить хобби-влоги. Просто сейчас захотелось именно в таком формате. Утро я начинаю не всегда прям сразу с раскраски и не всегда по номерам, но вообще мне нравится, чтобы утром было что-то вот такое легкое для такой разминки. Тут он немножко суховат. Не заканчивается вроде как, но суховат. Хотя я думаю, что потихоньку дело идет к этому. Потому что черный он все-таки необходим. Не скажу, что я очень сильно расстраиваюсь по поводу приближения зимы, потому что в том году я как-то к ней, ну, к зиме стала относиться получше. Но вот такая погода, как сейчас, я ведь, собственно, даже дождик люблю. Но сейчас очень ветрено. У меня, например, ночью было открыто окно, и когда я встала,
Дома было не очень приятно, хотя батарея у нас топит очень-очень сильно. Ну и, соответственно, на улице ветер. И, скорее всего, я даже сегодня никуда не пойду гулять. Потому что, например, все равно снег наверняка мокрый и наверняка даже с дождем, я подозреваю, все-таки. Соответственно, и зонтик нужен, и руки у меня точно будут мерзнуть. Я даже в этом не сомневаюсь. И моя шапка, не знаю, мне кажется, для такой погоды не подходит. Уже нужно использовать ту, что я приобрела на Shein. Такую в виде медведя с ушами, с мордой. И в комплекте с намордником, так сказать. Но мне кажется, что как-то в плане еще ноября это не совсем уместно. Воздержусь, в лучшем случае до ближайшего магазина, и то скорее тоже обойдусь. Ушастый как-то так реагирует на погоду. Вчера не захотел есть. Обычно он за ночь все съедает. Сейчас встала, еда не тронута, поэтому ее придется выбрасывать. В туалет это не выльешь. В мусоропровод тоже не кинешь. Придется идти до помойки, потому что он там бульон, каша. Обожаю я такие моменты. Прям вы даже не представляете себе, как. Ну, следующий цвет, наверное, я... Вот что, девятый, это типа такой розовый. И сколько у нас здесь девяток? Да вообще маловато. Так, а что у нас? Красный, да, например? А пусть будет вот этот красный. Ну и розовенький. Сейчас возьму вот этот розовенький. Желтым тут уже раскрашено. А, ну есть еще что пораскрашивать. И пусть это будет, наверное, вот этот. Продолжу раскрашивание уже в привычном нам формате. Я этот маркер еще, кажется, не брала ни разу. Ну, может быть, для выкраски, ну или мало им пользовалась, потому что он прям супер напитанный. Немножко за края, за контур вытекает. Интересно, как иллюстрация получится. Не, ну, она, конечно, на обложке представлена, но все равно всегда интересно. Розовый. Ну да, достаточно яркий. Ладно, пусть будет так. Просто я не делала, кажется, выкраску на маркеры и ничего сюда не приклеивала. Ну, как-то лень. Все равно это вот имеет смысл на более долговечные материалы по типу карандашей. Ну, или на какое-то небольшое количество фломастеров. Опять же, маркеров, как вот Шарпи. Потому что там цветов гораздо меньше. Ну, а здесь нет смысла. Проще или на бумажке, если принципиально потестировать. Ну а если в таких раскрасках по номерам, так вообще без разницы, как мне кажется. Ну вот. Серых тут в этом наборе достаточно много. Это вообще очень важно.
А я сейчас даже и на бумажке не тестирую. Как есть, так и есть. Так что вот такая у меня утренняя разминка раскрашивательная. Как-то мне захотелось. Ну и заодно вот раскраску новую хоть начну. Я реально была уверена, что она у меня. Уже давно я ее начала. Так странно. Почему так получилось? Мое раскрашивательное утро завершается очень даже благополучно. Я раскрасила полностью вот эту иллюстрацию. Подключила сюда еще и шарпики. Ну, потому что некоторые оттенки шарпиков сюда подходили больше, чем даже большой набор спиртовых маркеров. Но все же шарпи как-то вот, ну, не очень они где-то полосят. Может быть, они начинают подсыхать, потому что изначально они ложились гораздо лучше. А, и еще я взяла штабило деко. Потому что, значит, шарпик, он сюда очень, ну, неплохо подходил. И, кстати, я что заметила, я же вот делала здесь выкраску, ну, чтобы было удобнее. Потому что реально, когда много канцелярии, очень, знаете, так сложно запомнить, где какой оттенок. И что удивительно, не знаю, как будет видно, не будет на камеру. Ну, вроде видно. Короче говоря, он выцветает. По сути дела, выцветает он у меня вот так вот в стаканчике стоял. И в довольно темном месте. Не, ну правда, рядом кольцевая лампа, но она как бы ниже. И она светит больше вниз, чем как бы наверх-то. Наверх она, ну, если только отсвечивает. Но факт тот, что весьма ощутимо выцветает, меняет цвет. Ну, в общем, странно. Оно и стало подсыхать. Я в итоге, когда это поняла, я же отсюда начинала раскрашивать, я вот здесь так, и здесь несколько фрагментов раскрасила, а потом взяла вот этот и доделала. Да, это как бы отличается, и по идее вот эта часть желательно бы как раз должна быть однотонной, и вот это подходило больше, но... Хотя, нет, ну надо было либо этим, либо этим. Может быть, даже стоит этим перекрыть все, как вариант. А, ну я еще и вот здесь вот, собственно, прошлась. Ну, я думаю, можно так оставить. Это всего лишь отдыхалочка. Но что-то я в шарпиках подразочаровалась. Но мне кажется, все же, вот я об этом как-то говорила, что, скорее всего, вот то, что продают на AliExpress, это явно что-то странненькое, равно как и то, что сейчас вот можно купить на Wildberries, в Леонардо. Собственно, набор я покупала в Леонардо, набор на Wildberries, а поштучно я покупала в Леонардо. И шарпики отличаются по пишущему узлу. Хотя я понимаю, что там разные как бы есть варианты, но я покупала именно одинаковые. Но у одних сильно пахнет спиртом и аж болит голова, а какие-то, наоборот, очень вкусно пахнут. Пишущий узел реально отличается. Поэтому да. И не на всех есть этот характерный щелчок. Поэтому, может быть, то ли нам что-то не то продают, то ли вообще производитель стал косячить. Потому что, ну, как бы шарпики, насколько я вижу по другим там блогерам американским, это как бы, ну,
Ну, марка, которую часто покупают. Но когда вот эти пошли раскраски по номерам, там вообще, по-моему, начался ажиотаж. И, ну, вполне может быть и вероятно, что либо для других стран делают в Китае, может быть, еще что-то. И просто качество стало хуже. Ну, короче, я не очень довольна. Проще уже купить вот набор вот этих вот всяких маркеров. Потому что их тоже ненадолго хватает, но и ценник значительно ниже. И все-таки, пока они не начинают, ну, как бы покрытие получше. И эффект с обратной стороны поинтереснее. Ну вот, как-то так. И мне, конечно, не нравится то, что они выцветают, хотя эти маркеры в теории, по крайней мере, вот, например, мазали, они точно выцветают какие-то оттенки. Но, опять же, ценник, соотношение цена-качество. Так, я еще недавно показывала космос, и сегодня вот утром дораскрашивала. Поэтому я и говорю, что очень даже удачненько вот здесь раскрасила. Тут, правда, должен был быть вот такой цвет. И он у меня не закончился, с ним как бы все в порядке. Но я решила, что раскрашу так, чтобы вот, ну, побольше разнообразия было. Так, ну и волшебные миры мы здесь с Оксаной красим и тоже доделала. Вот так вот получилось. Много синего, но я люблю синий. Ну и вот черный присутствует. Ну, нормально. Эта иллюстрация мне далась довольно легко. Так что утро у меня прошло продуктивно. Это видео я буду завершать. Сегодня будет также вторая часть днем. Ну а это видео, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем, в том числе в нашем хобби, уютной осени, несмотря на то, что уже холодает, уютной и теплой осени. До скорой встречи, пока-пока!